После окончания медицинского университета в Уфе Татьяна Кириенко проходила интернатуру в отделении нейрореанимации Республиканской клинической больницы имени Куватова. Здесь и осталась работать, и уже 30 лет своей жизни она посвятила профессии анестезиолог. То есть, конечно, первые дни это был страх, я не буду его скрывать. Были даже такие дни, когда казалось, что я не смогу, что у меня не получится. И где-то через 3-4 месяца было желание даже уйти из этой специальности. Но все-таки я видела рядом с собой людей, которые работают с таким азартом, с таким профессионализмом. Они были для меня примером, и мне, конечно, хотелось быть на них похожим. В работу анестезиолога входит знакомство с историей болезни и анализами больного, осмотр и оценка психологического состояния. Операция не начнется, пока анестезиолог не проведет все необходимые действия по введению человека в наркоз. На протяжении всей операции он находится рядом с пациентом, контролирует дыхание, артериальное давление, пульс, температуру, следит за другими жизненно важными процессами организма. Но самое главное, как считает Татьяна, в ее работе – это общение с пациентом. Сделать так, чтобы он шел на операцию без страха, чтобы он пришел с минимальными для себя негативными реакциями. Потому что, когда между врачом и пациентом хорошие доверительные отношения, я думаю, это большой процент успеха операции. Служба реанимации и анестезиологии Республиканской клинической больницы считается флагманом башкирской анестезиологии. Пару лет назад ей исполнилось 40 лет. И за это время специалистами службы была спасена не одна жизнь. Анастасия Худик, Лилия Галямова, городской телеканал ЮТВ.